Я никогда не ограничивал себя. И в 93-м году, и в 95-м году, и в 2000-м году, и в 2009-м году говорил, что «Агда мне наша брать, Агда мне наша брать, Агда мне наша брать». Я это понимал и понимаю. Я понимаю и другое, что в мире не найдется ни одного армянина, который согласится на то, чтобы Карабах остался в составе Азербайджана.